Максим Кофтун пропустит чемпионат мира по фигурному катанию по медицинским показаниям. Соревнования начнутся в следующий понедельник в Японии. Вместо Кофтуна на Сайтаму отправится первый запасной петербуржец Андрей Лазукин. В женской же одиночке выступит Софья Самодурова, еще одна спортсменка из группы Алексея Мишина. Работа и в зале, и на льду. Внимание к движениям, взгляду. Но это не мелочи, а детали, то, из чего потом сложится целостный образ. Паузы на ледовом занятии минимальны. Минимальный только что переводила дух, а уже вновь звучит музыка. Еду на чемпионат мира, чтобы показать все, на что я способна, и показать только чистые прокаты. Я никогда не думаю о местах, я уже не раз говорила в интервью, что надо показать на все, на что ты способен, и уже судьи решат, что поставить, какие оценки, каких оценок ты достоин. Травмы, болезни нет, подготовки к чемпионату мира ничего не мешает. Алексей Мишин и хореограф группы Татьяна Прокофьева минимизируют количество учеников на льду, так эффективнее. Задача, которая стоит перед Софьей, Алексей Николаевич назвал скромной философской. Соня, у тебя первый юниорский, после юниорского первый взрослый этап твоей спортивной жизни. Возьми катану. И спокойно, уже с чувством, что ты уже выполнила перед собой долг в этом сезоне, спокойно сражайся. Любое место для тебя будет хорошим. Ну, надо стараться и катание показать хорошее. Миссия невыполнима, и бурлеск, два саундтрека, два абсолютно точных попадания в программу сезона. От катания обеих Софья получает удовольствие и заставляет зал не только аплодировать, но и вставать. Так было на победном чемпионате Европы в Минске. На подобный прием можно рассчитывать и в Японии, где знают толк в этом виде спорта. Поддерживайте, смотрите, болейте за меня, и мне очень нужна ваша поддержка.